Здорово. Здорово, Саня. Чё ты? Присаживайся. Ой, блин. Саня, чё ты мне в Завёрск отвезёшь? А чё там делать? Да мне вещи забрать туда-обратно и всё. Опять ругаться будешь? Да ну нахрен нет. Мне просто забрать, да и всё, блин, и назад. Вернуться. Лену не будешь забирать? Не знаю, посмотрим, как она себя поведёт. Я понял. Ну, что, только ругаться не будешь, Олег. Ты пивандоз зацепил? Да, я взял душечку. Сустаточку? Ну, да. Болеешь? Что есть, то есть. Я понял. Что делал-то сегодня? Спал весь день. Отходил. Утром пришел, ревизию здесь сделали, блин, и все. Перевесил все на весах, бочки. И я дома с 10:30 как лег, и вот только проснулся. Весь день? Недавно, да. Что, так бывает разве? Бывает, еще как. Еще плюс с этого. С будуни? Ты где вчера так накокошился? Где мне только черти не носили. Ничего, без скандала, все нормально? Все нормально, все. Родители. Я зашел, я прям прямиком в свою комнату до койки. И все на это. Брык. Ну понятно. Ой, бля, ну что, давай доедем, что ли, Олег? Только без скандалов, чтоб. Нет, скандалов никаких не будет. Это прямо и гарантирую. Тогда давай доедем. Вещей много? Ну, там две сумки, портрет забрать свой. А, портрет не забудь, обязательно забери. Это же твой личный? Да. И что он там? Кстати, еще? Мы и обещали Кальку. И этим, блин, все, с кем мы я общался. Ага. Надо им фотографию вот эту сфотографировать и отослать. Чтобы они увидели и знали. Портрет? Да. Ну, сфоткаем. Если он там живой еще. Живой, конечно. А где он там? Да я, блин, за этот портрет я не знаю, что я им сделаю. Он на стенке там висит или где? Он так на кресле вот так вот стоит в уголке, он никому там не мешает. Любимая там не разорвала от ревности? Не. Не? Она мне сегодня утром написала, говорит, приезжай, я говорю, нет, не приеду. И ответку тоже. Я говорю, если я приеду, только приеду за вещами. Вот так вот. Я понял. Так, что, поехали-то? Да поедем, съездим, что ж, куда ж деваться. Без скандалов, чтобы, Олег, чтобы я виноват не был, ты понял? Да. Все, пускай так и будет, поехали. К милой, любимой.